Crysis 2, Metal Gear Solid, Splinter Cell Conviction, Alan Wake, Alpha Protocol, а также как не облажаться в ночном клубе и кто поможет, если собаку укусила за самое дорогое. Это и многое другое прямо сейчас в Virtuality. Привет! Недавно жители Нью-Йорка прямо в самом центре района Манхэттен пережили настоящий крайзис. Ну а точнее Crysis 2. На гигантском ЖК-экране им показали ролик грядущего апокалипсиса. Подробности в сюжете. Видео, выходящее осенью шутера Crysis 2, несколько раз прокрутили на огромном экране, установленном в центре Нью-Йорка на площади Таймс-сквер. Почему его показали именно нью-йоркцам? Все дело в том, что действие второго Крайзиса будет происходить именно в этом американском городе. Он подвергнется атаке инопланетян и несколько видоизменится. Тем не менее, Нью-Йорк в этом шутере будет действительно огромным. Авторы клянутся, что геймер почувствует себя в настоящих каменных джунглях. А чтобы в этих джунглях не сгинуть, они снабдят героя нано-костюмом второй версии, который и пули останавливает, и силу увеличивает, и маскирует героя подо что угодно. Так что если вы никогда не были в Нью-Йорке, дождитесь выхода игры и отправляйтесь в виртуальное путешествие по этому удивительному, полному инопланетян мегаполису. А Нью-Йорк, Нью-Йорк! Кстати, Crysis 2 выйдет не только на PC, но и на консолях, так что компьютерщики наконец-то перестанут хвалиться перед приставочниками. И доводы типа «У нас есть Crysis, а вы все лохи» больше не проканают. Ну а мы переходим к блоку вышедших игр. И тут снова подфартило консольщикам. На прошлой неделе к ним пожаловал долгожданный экшен Splinter Cell Conviction. В середине апреля к обладателю приставки от Microsoft на зеленый огонек заглянул Сэм Фишер вместе с игрой Splinter Cell Conviction. Забудьте про собранного и исполнительного спецагента. Вместо него теперь небритый, потлатый, жестокий и очень злой мужик, мстящий толпе негодяев за смерть дочери. Для тех, кто не любит одиноких скитаний в темноте, есть режим совместного прохождения. Тут с врагами разбирается уже пара агентов. В общем, повезло иксбоксовцам, PC-шники получат свою версию лишь в конце месяца. К тому же еще и требующую для нормальной игры постоянного соединения с интернетом. Такая вот у секретных агентов защита от пиратов. Как ни стараются издатели уберечь свои игры от компьютерного пиратства, но даже самые хитроумные программы падают под натиском хакеров. Так, аналогичную защиту для экшена Assassin's Creed 2 пираты уже взломали, и никакой интернет теперь не нужен. А вот в следующую игру можно порубиться исключительно в интернете. Хотя слово «порубиться» тут не очень подходит, ведь это Доктор Хаус. Недавно на просторах социальной сети «Мой мир Mail.ru» появилась игра «Доктор Хаус». В ней вы сможете поуправлять целой клиникой. Сначала выбираете внешний вид главврача, от гламурной блондинки до сурового карлика. Потом в вашем распоряжении окажутся самые ленивые и необразованные доктора, самые тяжелобольные пациенты и несколько больничных корпусов. Врачей нужно постоянно отрывать от перекуров, а в крайнем случае гнать из больницы прочь, как и неизлечимых больных, и нанимать новых. Денег на это, как всегда, не хватает, а тут еще и в палатах нужно начинать ремонт. Одно спасение — Викодинчик. Его чудесные таблетки способны исцелить практически все неизвестные болезни. От вывиха зубов и выноса носа до гламуромебы и даже волчанки, которая здесь именуется слизень мозга. А если нет денег на новое оборудование, то одну капсулу этого лекарства можно продать за 20 золотых. Поэтому не забывайте приглашать в игру друзей из социальной сети «Мой мир» и получать викодинчики. В общем, это симулятор настоящего больничного хаоса. Только очень веселый. Ну, кто соберет команду лучших врачей в приложении «Доктор Хаус»? Интересно, а попадет ли в эту больницу персонаж из рекламы экшена «Dead to Rights»? Этот злобный мужик ругался на парня с собакой, и в результате пес укусил его за... В общем, пес укусил его. Ладно, перейдем к новостям не вышедших игр. Финские разработчики рапортуют. Их долгострой Alan Wake
полностью завершен и появится в середине мая. Что сказать? Ура, товарищи! «14 мая эксклюзивно для Xbox 360 выйдет один из самых ожидаемых экшенов Alan Wake. Этот мистический боевик о приключениях горе-писателя в тихом городке заставит геймеров истерически кричать от страха и крепче сжимать джойстик в потной ладошке. Пугать игрока разработчики из компании Remedy умеют и любят. К примеру, взяли да и отменили компьютерную версию Алана. Да мы не то чтобы там совсем отменили PC-версию, у нас просто нет людей для ее разработки. Вот все хитрят, чертяки. Ну, ладно, им можно. У них на счету уже две части Макса Пейна, а теперь вот и Алан. Похоже, эти парни делают только хиты. Жаль только, что так... А в английских школах тем временем на полном серьезе изучают GTA 4. Преподаватель показывает школьникам совершаемый в игре беспредел, а потом они видят, как главного героя ждет заслуженное наказание. Это делается в целях предотвращения подобных эпизодов в реальной жизни. Наверняка многие из вас могли бы преподавать в такой школе. Ну а мы продолжаем рассказ о невышедших проектах. И у нас на очереди шпионский экшен «Альфа Протокол», который появится в конце мая. 28 мая для консолей PC выйдет игра про шпиона Майкла Тортона «Альфа Протокол». Это хоть и боевик про подставленного спецагента, но с кучей ролевых элементов. А значит, Майклу придется много болтать, принимать важные решения и выполнять сложные задания. Кстати, в одной из таких миссий он отправляется в Россию, чтобы помучить дипломата Владимира Суркова. Говорят, в игре будет даже любовная линия с сисястой вооруженной блондинкой. Ну что ж, осталось лишь дождаться выхода игры, чтобы лично задать жару врагам и совратить блондинку. Ну или наоборот, как получится. Это же ролевой экшен. Кстати, о ролевых играх. Вот-вот должен стартануть закрытый тест дополнения к World of Warcraft под названием «Катаклизм». Прием заявок закончился на прошлой неделе, и если вы не успели, то вы лузеры. Ну или просто не любите онлайновые сражения. Ну или любите, но не такие, где много на много, а хотите, чтобы было один на один в честном бою. Прямо как в недавно стартовавшем чемпионате по авиасимулятору «Ил-2 Штурмовик». 17 апреля начался крупнейший турнир по игре «Ил-2 Штурмовик» под названием «Крылья Победы». Более 1000 участников со всех уголков России и ближнего зарубежья сошлись в воздушном бою на самолетах времен Великой Отечественной войны. Самые умелые асы воздушного боя определятся 3 мая на финале отборочного тура. А грандиозные матчи за победу в турнире пройдут осенью на выставке «Игромир». Там же будут и настоящие асы — пилоты, воевавшие с немецкими летчиками, которые поделятся с виртуальными летунами особыми военными хитростями. Примечательно, что турнир проходит при полной поддержке госструктур. Неужели наши чиновники всерьез решили помочь российскому киберспорту? В целом будем поддерживать проведение подобных, так сказать, патриотических чемпионатов, мероприятий. То есть мы поддержим огромное количество мероприятий, проходящих по всей стране. И чемпионат по ИЛ-2 – это всего лишь одно из сотен мероприятий вообще в целом. А теперь немного необычного. Вы когда-нибудь мечтали о гаджете, который легко помещается в кармане, не даст заскучать в дороге, сохранит яркие моменты вашей жизни и вызовет у подруг и знакомых приступ дикой зависти? Тогда посмотрите на Sony Ericsson Vivos. Этот телефон может гораздо больше, чем вы себе представляете. Во-первых, он сконструирован так, что отражает естественные формы изгиба ладони и при этом сохраняет удобство управления. Его просто не хочется выпускать из рук. Остается лишь отбиваться от восторженных приятелей, которые будут постоянно просить вас: «Дай посмотреть». Во-вторых, если вы копили деньги на новую видеокамеру высокого разрешения, можете смело тратить их на отпуск. 8-мегапиксельная камера Vivos прекрасно снимает видео в формате HD и делает великолепные фотоснимки. Функция распознавания улыбки запечатляет ваших близких в самые радостные моменты. Стабилизатор изображения позволит снимать в самых невероятных ситуациях, а встроенная подсветка не даст пропасть самым лучшим кадрам из ночных клубов.
Более того, в телефоне есть выход для подключения к телеку, и можно сразу посмотреть отснятые шедевры на большом экране. А потом легко и удобно загрузить их на YouTube через Wi-Fi. Фотошедевры загружайте на Facebook или на Picasso, а краткий апдейт статуса постите на Twitter, ну или где вы там еще любите тусоваться. Все необходимые для этого приложения уже установлены. В-третьих, наслаждаться видео, фото и современными 3D-играми можно и на сенсорном экране с диагональю 3,2 дюйма. Который отображает 16 миллионов цветов. И, наконец, встроенный GPS-навигатор, карты Google и режим пошаговой навигации Wise Pilot не дадут вам потеряться в городских джунглях и на просторах нашей необъятной родины. Выбери свой Vivas. Красный, синий, серебристый или черный. В общем, как говорится, Viva la Vivas. Далее в виртуалити. Зачем 50 лет сражаться гигантскими роботами и как развлечься на боевом дежурстве? С вами снова Виртуалити. В этой части программы мы берем 8 дисков сериала «Школа», приезжаем в гости к игровым разработчикам и устраиваем им беспрерывный киносеанс. После этого они рассказывают нам все о своих хитах. Ну, на самом деле они раскалываются после первых кадров. Итак, сегодня мы отправляемся в Японию, чтобы навестить культового геймдизайнера, подарившего миру серию игр про секретного агента, заговоры и гигантских роботов. Более 27 миллионов проданных копий, более 20 игр для различных платформ, события, растянутые на 50 лет, десятки колоритных персонажей. Драки на гигантских роботах, философский сюжет, берущий за душу, и потрясающий кинематографический ролик. Этому игровому сериалу скоро исполнится 23 года, а его создатель получил немало различных наград, в том числе MTV Game Awards. Сейчас он закончил очередной проект о приключениях любимого миллионами спецагента Metal Gear Solid Peace Walker. Но сначала отправимся в загадочную Японию, прямо в столицу страны восходящего солнца, в Токио. В этом сверкающем неоновом мегаполисе на площади чуть более 2 квадратных километра проживает около 16 миллионов человек. Там же находится и великий императорский дворец, и чудесные виды на знаменитый вулкан Фудзияма. В токийском метро людей утрамбовывают вагоны специальными подушками, а неподготовленный иностранец может блуждать в нем часами. Именно в Токио располагается студия Kadzima Production, которая и делает новую игру из серии Metal Gear. А началось все с этого человека, талантливого геймдизайнера Хидео Кадзимы. В 1986 он пришел в компанию Konami и сделал свою первую игру — Penguin Adventures. Это была не совсем та игра, которую я хотел сделать. Мне нравилось кино, и я решил сделать проект, похожий на голливудский фильм. Так в 1987-м появился Metal Gear. Игра про спецагента Снейка, воюющего с террористами, у которых есть огромный робот, тот самый Metal Gear. А с тех пор сюжеты о противостоянии Снейка террористам и гигантскому роботу так прочно приклеились к серии, что ни одна игра не обходилась без этих трех слагаемых успехов. Были верные напарники, коварные противники, но они всегда менялись. Даже Снейк порой менялся до неузнаваемости, но роботы и террористы не покидали Metal Gear никогда. А я как будто стал заложником одной игры. Едва я заканчивал один Metal Gear, как фанаты тут запросили сделать еще один. Но разве можно им отказать? Приходится делать. После четвертой части Кодзима в очередной раз решил завязать с играми про Снейка и в одном из интервью сказал, что покончил с этой историей. Но фанаты, как обычно, указали ему на несколько пробелов в сюжете почти 50-летнего временного промежутка событий игровой серии и умоляли дорассказать все. Тогда Кодзима с присущим ему японским усердием взялся за проект Metal Gear Solid Peace Walker. А в Peace Walker я задумал продолжить историю Metal Gear Solid 3. Там Снейк, он за Big Boss, командует отрядом элитных бойцов Foxhound. Время действия — середина 70-х. Единственное, что смущало геймеров — выбранная платформа. Не мощный PlayStation 3 или Xbox 360, а портативная PSP. Тем не менее, игра выглядела так круто, что многие за глаза называли ее Metal Gear Solid 5.
Студия добилась лучшей графики на этой портативной платформе. Уму непостижимо, как они это сделали. Похоже на маленькое японское чудо. Когда начинаешь играть, забываешь, что у тебя в руках мобильное устройство. Конечно, такого эффекта игра никогда не достигла бы без великолепной озвучки, а также запоминающегося голоса главного героя. Во всех англоязычных играх серии им стал актер Дэвид Хейтер, известный по фильмам «Люди Икс» или «Гайвер 2». Он настолько убедительно озвучил Солида, что сам маэстро Кодзима доверил ему писать сценарий фильма по игре. Мне кажется, я озвучиваю Снейка уже целую вечность. Мне это нравится. Я обожаю этого болтливого, но такого самоуверенного спецагента. Представляете, многие мои фанаты специально просят, чтобы я сказал им что-нибудь от лица своего героя. Это прикольно. Дэвид удивительный человек. Он настолько отдается работе, что порой забывается и называет себя Снейком. А вот по поводу фильма я вам пока ничего не скажу. Мы с Дэвидом держим все в секрете. I'd have to say my dream project. Let your dreams drive you. Фильм фильмом, а сам Пис Уокер похож на голливудский блокбастер. Главный герой со своим отрядом пробирается на вражескую базу, снимает часовых, проникает внутрь, и дальше начинается раскрытие теории многочисленных заговоров, предательства и разоблачения. Новичку нелегко будет вникнуть во все перипетии сюжета, но проникнуться духом великой игры сможет каждый, особенно в кооперативном режиме. Я считаю, совместное прохождение в таких играх выводит их на новый уровень. Когда ты знаешь, что тебя прикрывает живой человек, что из-за твоих ошибок его могут убить, ты ведешь себя совсем по-другому. На самом деле, игровой процесс по сравнению с предыдущими частями изменился не сильно, но этого никто и не требовал. Миллионы фанатов хотели продолжения любимого сериала, раскрытия всех сюжетных тайн и отличной многочасовой истории. И Peace Walker все это им дает. Японские геймеры уже вовсю осваивают эту новую главу о приключениях Снейка, а к нам она пожалует в начале лета. Но за это время те, кто по какой-то нелепой случайности пропустил мимо себя этот замечательный игровой сериал, как раз могут наверстать упущенное и пройти все игры про Снейка, террористов и гигантских роботов. Давайте, давайте, парни, дерзайте, там всего-то около 7 или 8 главных игр. К началу лета как раз успеете все пройти. Ну а в следующий раз мы отправимся в Англию, в город Брайтон, чтобы побеседовать с разработчиками очень интересных гоночек. Далее в виртуалити. Как не облажаться в ночном клубе и какая игра заставит вас одеть на голову пакет. Это Виртуалити, мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров. Они получили от нас три игры, в которые можно порубиться на вашем любимом компе. А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала давайте знакомиться. Илья Мэдисон, редактор портала Rutube.ru, играет с 96-го года. Любимая игра Fallout 2. В играх больше всего ценит трэш и угар. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 88-го года. Любимая игра Tomb Raider. В играх больше всего ценит Лару и ее кровь. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Лента.ру. Играет с 96-го года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценит смерть и разрушение. Итак, первым в руки наших геймеров угодил квест Phobos 1953. А теперь слово геймерам. Это типа такой приквел к фильму, который помогает снимать актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Это игра, над которой обычный игрок сможет провести увлекательные часы, дни и даже годы, потому что она ужасно неспешная. Все слагаемое для того, чтобы игра Phobos 53 стала международным хитом, есть трехмерная графика, отрисованные задники, интерактивный курсор. Поскольку игра была сделана по мотивам фильма, спродюсированного Федором Бондарчуком, то ее можно с уверенностью посоветовать всем тем, кому понравился «Обитаемый остров». Порекомендовать игру Phobos 53 я могу всем тем, кто в восторге от трехмерной графики, кто не мыслит свою жизнь без отрисованных задников и кого приводит в экстаз интерактивный курсор.
На самом деле игра Фобос не такая уж и плохая, поэтому я порекомендую ее тем, кто любит рычаги, дергатель, другие продолговатые предметы, ну то есть практически всем. Второй игрой, попавшей под раздачу, стала космическая стратегия «Армада 2526». Что нам на это скажут геймеры? Сегодня я, признанный специалист по космическим стратегиям, расскажу вам об игре «Армада». Эта игра просто бомба! По меркам года 96-го. Я чувствовал себя буквально как обезьяна в центре управления полетами или... как женщина, в первый раз зашедшая в программу Excel. Столько всяких каких-то кнопок, квадратов, уродливых изображений, и ничего не понятно. Эта игра задержит вас у мониторов надолго, особенно пока вы будете осваивать интерфейс. Кому можно порекомендовать эту игру? Вот, на самом деле, у меня есть несколько людей, которые мне очень сильно насолили в жизни. Вот. Эту игру можно порекомендовать любому, но лучше не надо. Эту игру я хочу посоветовать людям, у которых очки вот такие огромные, потому что я думаю, что у них есть мозги, и они разберутся, что и как там надо делать. Ну и напоследок мы выбрали игру Necrovision – Проклятая рота. Что думают по этому поводу геймеры? Я шел домой с кладбища своего любимого и в магазине увидел игру Necrovision. И подумал, сейчас приду домой и продолжу делать то же самое, что делал на кладбище. Не расскажу, что. Но когда запустил, оказалось, что это очередной польский шутер, от которых я уже невероятно устал. Несмотря на то, что враги многочисленны, нападают толпой, используют в качестве оружия обмотанные колючей проволокой биты, они при этом все равно не могут забраться на простейшую лестницу. Все потому, что на тот момент уже была принята Женевская конвенция, которая запрещала забираться на пожарные лестницы бойцам кайзеровской армии. В этой игре стоит отметить уникальную возможность персонажа танцевать в присядку. То есть самое страшное оружие – это кованый сапог. То есть пистолет не валит так, как валят ботинки главного героя. Шотландские воины не хуже английских. Они вообще не носят трусы. Они бегут в бой в одних юбках. Их не пугают немецкие псы. Я могу посоветовать эту игру человеку, который несколько лет провел в местах не столь отдаленных и не знает, что до этого вышло еще 5 миллионов 324 тысячи польских шутеров таких же. Эту игру я могу порекомендовать тем, кому нравятся восточноевропейские шутеры от первого лица, а также всем тем, кому нравится смотреть на зомби в юбках. Также, возможно, эту игру с интересом воспримут в Шотландии. Играть в это или нет, решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться с еще тремя играми. Также вы узнаете много нового о занятной гонке Split Second, кровожадные и беспощадные друзья, добрые враги, русские корейцы, подводные скитальцы, долгожданный мордобой и веселые перестрелки на мотоциклах. Это только начало. Стэндбай.